Мои подписчики прислали три скина на обзор. А наша задача будет угадать, какой из этих предметов окажется самый дорогой. Цену узнаем в конце. Мак-10 Малахит. Симпатичный скин для любителей минимализма. Но по мне он слишком простой. Не думаю, что он стоит очень много. Оцениваю в 100 рублей. 5-7 Медная Галактика. При осмотре в игре оружие сильно переливается. Скорее всего, за это его ценят игроки. Думаю, он стоит 1500 рублей. Парные береты Дуэлист. Не знаю, что курил автор этого скина, но получилась какая-то безвкусица. Пистолет выполнен в одном стиле, рукоятка в другом. Часть скина матовая, а часть блестящая. Да еще и хохлома. Короче, какая-то хрень. Отдал бы за него максимум 15 рублей. Ну и какой же из этих скинов окажется самый дорогой? Сейчас узнаем. Но сначала не забудь открыть бесплатные кейсы на Форсдроп по промокоду ХВОЛ50. Ссылка в комментах. Ты не поверишь, что самым дорогим предметом оказались береты. В качестве прямо с завода они стоят почти 20 000 рублей.